Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем жарить пирожки с картошкой, с капустой и со свеклой. В тесто добавляю сметану, поэтому оно получается мягкое, воздушное. Начинки всегда добавляю очень много. Для начинки отвариваю картофель в течение 20 минут и отвариваю свеклу в течение 1,5 часа. С картофеля выливаю воду и разминаю. Нарезаю луковицу и прожариваю на подсолнечном масле в течение 10 минут. Добавляю кусочек сливочного масла. Лук высыпаю в картофель. Перчу по вкусу и солю по вкусу. Все перемешиваю, и начинка готова. Нарезаю 350 грамм капусты и тушу ее 20-25 минут на медленном огне на подсолнечном масле. В конце добавляю мелко порезанную красную луковицу. Кусочек сливочного масла и 100 грамм томата. Солю и перчу по вкусу. И добавляю немножко сахара. Начинка готова. Для свекольной начинки необходимо свеклу очистить, измельчить в блендере вместе с прожаренным красным луком. Добавить соль, перец по вкусу. Для теста берем живые дрожжи. У меня дрожжи люкс, 40 грамм. Размешиваем их в 400 миллиграммах теплой воды. Добавляю одно яйцо. Чайную ложку соли. Две чайные ложки сахара. 6 столовых ложек сметаны. Все это размешиваю и добавляю 750 грамм муки. Добавляю 5 столовых ложек растительного масла. Такое тесто у меня получилось. Руки смазываю растительным маслом. Тесто тоже смазываю маслом.
pushing myself to the edge, not letting go away. Been testing myself by the rest. I've been pushing my mind to the edge. Укутываю его и ставлю в теплое место. Вот так оно поднялось через 40 минут. Обминаю его. И тесто готово для лепки пирожков. Руки смазываю растительным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам. Посыпаю стол мукой и начинаю формировать пирожки. Их можно нарезать, тесто можно нарезать. Тесто можно выдавливать рукой. Вот так. Вот я делать сейчас буду пирожки с картошкой. У меня их получается 15 штук. Начинки кладу много, 1-2 столовые ложки. Защипываю пирожки и даю постоять им еще 15 минут. Потом буду жарить. Пирожков с картошкой получилось 15 штук. Теперь делаю пирожки со свеклой. У меня их получилось 13. Жарю в подсолнечном масле на умеренном огне с двух сторон до необходимой прожарки. Это у меня жарятся пирожки с картошкой. Это пирожки с капустой. Их тоже получилось 13. Это уже с картошкой готовые. Это с капустой. А это со свеклой. Приятного аппетита!